В рамках регионального проекта «Безопасность дорожного движения» с 1 октября по 1 ноября во всех муниципалитетах Московской области проходит социальная кампания «Некуда спешить». Это комплекс информационно-просветительских мероприятий, который должен напомнить участникам дорожного движения о важности соблюдения и правильного выбора скоростного режима, а также привлечь внимание общественности к проблемам дорожно-транспортной аварийности. Госавтоинспекторы совместно с активистами общественных объединений будут проводить тематические мероприятия, ориентированные на разные возрастные и социальные слои населения. Это не просто так цифры, это же все правила дорожного движения у нас написаны кровью. Все знают это прекрасно. Организаторы социальной кампании «Некуда спешить» убеждены, что именно такой формат активной пропаганды безопасности на дорогах является наиболее эффективным способом привлечения общественного внимания к основным факторам риска.